Здравствуйте, дорогие зрители. В этом видео я хотел бы пройти цепочку ежедневных поручений. Вы скажете, зачем? Да потому что здесь можно получить 2-3 ачивки, достижения, поэтому почему бы и не попробовать. Название «Поглощение золота» и «Накопление моры». Цепочка будет довольно долгой, там несколько будет разветвлений, несколько миссий. Давайте начнем. И тут очень важно, кстати, то, что вы будете делать, какие действия предпринимать в разговоре, ну и вообще, давайте посмотрим. Хотим, поехали. Надо подумать, что же выбрать, что ты делаешь. Я раздумываю над тем, что выбрать в качестве золотого блюда. Золотое блюдо? Это что, блюдо из настоящего золота? Нет, это величайшее угощение, съев которое человек будет становиться богаче день ото дня. Пайма тоже хочет такое угощение, правда? Как-то не верится, что такое возможно. Ха-ха-ха, ты просто ничего не знаешь. Например, лепешка Мора из Льюе, дорогое блюдо, которое самим своим названием обещает едокусское богатство. Или цыпленок в масле, весь его вид невольно напоминает нам о тугом кошельке. Или Растигара из Манштета. Название блюда и его сервировка символизирует приумножение состояния. Съешьте одно из этих блюд, а потом отправляйтесь прямиком на биржу Калими. Купите там несколько фьючерсов, и скоро на вас свалится огромное богатство. Как-то это все притянут за уши. Почему не все три сразу? Если бездумно смешать даже самые хорошие ингредиенты, результат вас, скорее всего, разочарует, верно? То же самое и с привлечением богатства. Если съесть три блюда сразу, эффект будет обратным. Нужно выбрать самое действенное золотое блюдо. И погоди-ка, я только сейчас заметил, что у тебя золотые волосы и сияют ослепительно, просто ослепительно. Золото – символ богатства, так что если ты выберешь для меня золотое блюдо, оно наверняка принесет мне большую удачу в денежных делах. Поможешь мне выбрать золотое блюдо, я тебя отблагодарю. А если я разбогатею на этой сделке, ты получишь дополнительное вознаграждение. Ну что, по рукам? А если ты проиграешь? Не беспокойся, я хотим из Калими, богатейший из богатейших. Обещаю поделиться с тобой частью прибыли, но весь убыток оставить себе. Ну что скажешь? Ясно. Скорее помоги мне выбрать лепешка Мора, цыпленок в масле или Растигара. Что из этого станет моим золотым блюдом? Так, ну здесь смотрите. Как успехи? Лепешка Мура, цыпленок, так. Дай-ка посмотреть, что ты выбрала. Ох ты, как мне повезло-то, кстати, ребят. Объясняю ситуацию, то есть тут, по-моему, нет смысла вообще выбирать какое-то из этих трех основное, да? То есть вы можете выбрать любое из трех, от этого ничего не поменяется. Но самое главное, что нужно будет сделать, это выбирать только самые вкусные блюда. Там, где написано «вкусные», ребят. И здесь тоже «вкусная лепешка». Есть обычная лепешка, да? А есть именно вкусная лепешка, имейте в виду. Они, кстати, подсвечиваются таким, знаете, вот звездочками. Ну, так, короче, вы понимаете. То есть идеальные блюда приготовленные. Они, в принципе, уже называются вкусные. Ну, с учетом того, что, в принципе, у меня есть и то, давайте цыпленок в масле попробуем сначала. Отдать. Ага. О, я знаю этот аромат богатства, аромат больших денег. На этот раз я разбогатею как никогда, спасибо. Теперь я отправляюсь в обитель богатства, чтобы съесть там золотое блюдо. Ждите хороших новостей. Обитель богатства? Да, обитель богатства. Еще одно секретное средство привлечения денег, специальное место, посещение которого приносит везение в финансовых делах. Например, эти врата. Через них в город ежедневно проходит множество торговцев с товарами и морой. Значит, в этом месте так и витает финансовая удача. В окрестности биржи тоже можно назвать местом концентрации финансовой удачи. Богатство благоволит человеку, который часто туда наведывается. Сколько же у тебя странных идей-то? Больше похоже на обычные суеверия. Ха-ха, странные у меня идеи. Или странные суеверия, это или нет, главное, чтобы они приносили деньги. Ладно, мне пора спешить на встречу с богатством. Жди хороших новостей, путешественниц. На этом пока что завершается поручение. Нам нужно будет дождаться продолжения. То есть оно повторно выпадет, и там будет уже поинтересней. Поинтереснее варианты и действия, которые мы увидим, прямо сейчас, а мне придется ждать, не знаю сколько времени. Продолжение, ребят, ежедневки, поглощение золотом, или как он там называется, миллионер-то наш, вот он, хотим, путешественница, нет, посланница, богатство, моя путеводная звезда, вот и ты. Но съев золотое блюдо, которое ты приготовила, я одержал на бирже победу за победой. Все фьючерсы, которые я купил, оказались очень и очень прибыльными. Идем со мной, я отведу вас в таверну Ламбада. Выбирайте все, что пожелаете. Хочу как следует вас отблагодарить.
Слушайте, так, по-моему, нам удалось выполнить одно из условий. Ну-ка, достижения дадут? Нет. Давайте сначала посмотрим, я не знаю, правильно или нет. Хотим. О, без вашей помощи ничего бы не вышло. Так что заказывайте все, что у души угодно. Видно, ты в самом деле разжился большими деньгами. Да, для обычного человека это большие деньги, но для богача хотим и так, ерунда. Все-таки я уже несколько десятков лет играю на бирже, изучил ее вдоль и поперек. Если вам тоже интересны фьючерсы, могу поделиться кое-какими соображениями. В прошлый раз мы условились, что если я получу прибыль, вас будет ждать дополнительное вознаграждение, так что не стесняйтесь. А, так вот, о каком вознаграждении ты говорил, кажется, толку от него будет маловато. Да все равно мы не играем на бирже. Чепуха. Конечно, Мора вам тоже достанется, но советы хотим куда более ценный актив. Ну тогда Паймон хочет спросить, правда ли есть фьючерсы на слаймы? Нет, Паймон не будет покупать фьючерсы, просто хотел спросить. Фьючерские сделки распространяются только на оборотные товары. Иными словами, если бы слаймовой слизи на рынке было бы так же много, как молока или муки, тогда она тоже была бы предметом фьючерских сделок. Но об этом мы уже говорили. Если торговать фьючерсами на слаймовый слиз, боюсь, диких слаймов скоро совсем не останется. И наверняка появятся люди и целые компании, которые будут выращивать слаймы, чтобы непрерывно поставлять большие партии слаймовой слизи. И цена на слаймовую слизь также возрастет. Что? Паймон просто хотел купить немного слаймовой слизи. Откуда столько сложностей-то, а? Лучше пусть Максиплей просто раздобудет для Паймон парочку слаймов. А, ты посланница богатства. Хочешь задать какой-нибудь вопрос? Как тебе пришла в голову идея о золотом блюде? Не зря я назвал тебя посланницей богатства, твой вопрос попал в самое яблочко. Нельзя сказать, что эта идея пришла мне в голову, просто я очень давно играю на фьючерской бирже и однажды заметил такую закономерность. Хотя фьючерский рынок весьма изменчив, но золотые блюда всегда помогают мне цепко держаться за штурвал корабля инвестиций. Значит, все-таки суеверие. Ну, довольно разговоров. Прошу, угощайтесь, не стесняйтесь, я еще раз прибегну к вашей помощи. Возьмите эту шаурму, одно из фирменных блюд Сумеру, его должен попробовать каждый. Ха-ха. Так, вы вкусно поели с Хатимом, на это еще не конец, ребят. Так, плесень и калими получили, ребят. Вуу! Ой, это безумие круто. Так, но это одно из достижений, потому что нам предстоит выполнить еще один раз данное событие для того, чтобы получить второе достижение. Я обязательно покажу, что для этого нужно будет сделать в этом видео. И да, ребят, самое главное. Если ачивка вам все-таки не выпала, то вам нужно подождать еще раз, чтобы выпало данное ежедневное задание. И дождаться момента, когда он нас отведет в этот ресторан. Делать больше, в принципе, ничего не надо. Просто ожидать. Мне лично повезло. Привет, Хатим, как поживаешь? Это вы. Наверное, вы уже все поняли по моей кислой мине. Признаюсь, на сегодня я потерял половину своего состояния. Как странно, этого не должно было случиться. Но у меня есть одна догадка. Возможно, это примета того, что рынок вот-вот взлетит. Ведь и человеку, который собирается высоко подпрыгнуть, нужно сначала как следует присесть. Вот и с фьючерскими рынками также та же история. Сейчас весь рынок находится на дне. Значит, дальше он должен оттолкнуться от дна и взлететь, верно? Иными словами, сейчас самое время скупать фьючерсы по низким ценам. А вдруг это еще не дно? Нет, я уверен, мне выпал редкий случай. А я никогда не упускаю случай разбогатеть. Ведь недаром я хотим из Калими, богатейший из богатейших. Поможешь мне еще раз, друг? Выбери, какое золотое блюдо мне нужно съесть. Сначала выбери одно из трех. А, нет, раз я теперь играю по новым правилам, и блюдо нужно кое-какое особенное, чтобы оно переломило ситуацию на рынке. Я слышал, в Манштате живет один богач, который довольно успешно торгует вином. Ты имеешь в виду господина Делюка? Ну, откуда ты знаешь? Мне известно даже про Растигору. Как я могу его не знать? Под именем открытого заведения, в котором торгуется яблочным напитком. Да, вот это настоящая вещь. Если бы я мог сделать хоть один глоток яблочного напитка, может быть, и мне улыбнулась бы удача, как улыбнулась она богачу из Манштата. Прошу, приготовь мне немного яблочного напитка. Вы не представляете, в прошлый раз я прогорел, но теперь отыграюсь с лихвой. У меня он уже есть, но знаете что, смотрите.
Приготовьте. Он есть, но давайте я покажу, где он находится. Наконец-то я очень долго ждал, наконец-то, вот это, именно этого развития событий. Потому что вот за это мы должны получить как раз и ачивку. Так, находится это в Матштате, действительно, он был прав. Ну, те, кто не знает, это все покупается в таверне, вот в этой таверне. Сейчас я все это проделаю на всякий случай. Это безумие, сколько времени ушло на снятие этого ролика, вы не представляете. У меня были ролики по полгода, ну это, кстати, уже близко к полугоду, если честно. Так, можно посмотреть? Да, смотрите. О, что, рецепт праздничный сок? Вы уже получили этот рецепт, подобный рецепт. А зачем мне тогда его покупать опять? Это удивительно, не правда? Да, яблочный сок продается вот здесь, поэтому давайте просто его купим. Теперь нам нужно его доставить Хатиму. Хотим, наконец-то. Слушайте, ну я надеюсь, что мне дадут ачивку. Я очень на это надеюсь. Я долго к этому шел, ребят. Почти полгода съемок. Это безумие. Реально безумие. Так, ну что, у меня есть 374 штуки. В свое время я покупал их. На. Это и есть яблочный напиток, которым торгует манштатский багаж? Да, аромат превосходный, даже в голове прояснилось. Отлично, этот напиток непременно поможет переломить ситуацию на рынке. Я не забуду вашу помощь, скоро увидимся, друзья. Да. Да. Я получил последнюю ачивку. На этой позитивной ноте, ребята, я хочу сказать, подписывайтесь на все каналы, ссылочки которых находятся в описании к этому видео. На все без исключения, прямо сейчас вы заходите в описание, нажимаете на ссылочки, и вы увидите, что там есть интересного. Обязательно подпишитесь. Нажмите здесь, кстати, на колокольчик, поставьте лайк и напишите комментарий. А также всегда смотрите мои видео до конца, для меня это очень важно. Увидимся, пока-пока.